Здравствуйте, это с вами снова интернет-канал Ксимадзе. И вместе со мной и канал Чухачу-Ты-Врачу-Лёха. Всем привет. Сегодня мы продолжаем. Это уж какая, седьмая серия, да, по игре Dead Space 3. Мы приземлились наконец на планету Тау Валантис. Слава богу, выжили, все такое. Сейчас в новых костюмчиках, зацените, какие красивые костюмы. Вот у Макса вообще костюм офигенный. Да. Красный, да, такой. Тот, что мне надо. Сзади у тебя, по здоровью буковка А. Надо еще буковку М, и будет Максимадзе. Было бы классно. Нет, да? Просто Макс будет тогда. Ну, было бы классно, если была бы буква М. Ну да. Так что все, давайте идем был дальше. Был бы хотя бы идем. Значок там. Куда идем, мы не знаем. Куда идем, мы с пятачком. Ох ты ж, ё-мо. Это... не секрет, потому что мы сами не знаем. Дебилы. Дебилы. Не знаю, как вы отреагировали на... обзор на... как это... Сед Ремастер. Потому что мы снимаем эту серию сразу же после шестой. Если вы также негативно отреагировали, я это не выложу. Надеюсь, конечно, что до этого не дойдет. Да, конечно, тут холодно. Кажется, мы ползем в самое сердце бури. Да ничего, держись поближе к утесу. Ты чё сейчас опять не кричал? Что? Чё, да. Конечно. Куда мы идем? Ух, опять этот. К монстру мы идем. Мадафакеры когда-нибудь отстанут от нас уже наконец. В новых костюмах-то веселее. Смотри, притворяется. Да, так и есть. Полюбасу притворяется. Видишь, лежит, притворяется. Или нет? Я на... Да, притворяются, конечно. Они, наверное, просто спали, и мы, видимо, их разбудили. Оу-оу. Как я вовремя отстрелил его. У меня аптечек так много, что их некуда девать. А у меня одна всего аптечка осталась. Давай мне. Отлично. Спасибо. Спасибо еще раз. Тут как раз таких садись, аптечки. Еще раз, блин, нафиг, спасибо. Так, наверное, сюда. Блин, вот мне не нравится, что тут так, это то, что тут такие конструкции. Смотри, все ломается. Ненормальные конструкции. Мне кажется, они непрочные. А, у тебя половка здоровья, кстати. Ой, ё-моё. Господи, это что было? Вот я накаркал, да? Опять это чудище, да? Нет, я накаркал. Да, ну не смеши меня. Куда вот это... У тебя полоска здоровья такая голубенькая, бирюзовая, у меня синяя. Ну да. Тоже различие. Ой! Господи. Это я такой толстый. Да не. Мы же оба такие. Ой-ой-ой, я сейчас упаду! Оп! Ой. Ты где?
Я прыгаю здесь. Откройте дверь. Да. Мада. Повезло. Будь добр, в следующий раз смотри, куда идешь. Хлипкий кусок дерьма. А может, это один человек сказал. Ого, а вот и оно. Да, без балды, горит огнями, как сраная, блин, елка на Рождество, блин, на Новый год. Элли, говорю же, она выбралась, идем. Нифига себе, это чё? Надеюсь, это не монстр, а просто гора. Это база, что ли, какая-то? Интересно. Ладно, идем дальше. Я тоже хочу такой костюм, как у тебя. Ну, хотеть не вредно, конечно. Хотя у меня тоже ничего. Давай ты первый. Ну окей, трусишка. О, тут есть что собрать. А, мама, да факи. Ой, ёма. Элли. As long as we're on this side of that wall, we're sitting ducks. She's in there. Она там. We're not getting in through the front door. Да, сейчас туда так просто не попасть. Да, в натуре. Let's get one thing straight, Clark. Да, давай на чистоту. Мы выбрались в эту морозилку, забрались, блин, с обелисками. Твоя одержимость. Ты что нам не поможет спасти, блин, Элли? У меня хоть есть ради чего убиваться. Давай подключим этот лифт. Если повезет, они все будут ждать нас за воротами. Ты чё? Ну блин, теперь капец. Блин, получилось не то, что я хотел. Блин, нам опять придется сюда идти. Вот что я натворил, а? Я хотел тебя напугать. И так вот... я да не умер, а ты умер. Блин, что я это делал? Ну ладно, че раз не упали. Блин, вот зря я это сделал. Нам опять далеко идти туда придется. Элли! Да тише ты, блин. Вот это на ладони, как будто сидим и так. Попасть из парадную дверь, стоит ли нам, интересно, туда? Так, ладно, больше никаких приколов. Чего? Давай-ка на чистоту. Клар, хочет, блин. Мы забрались в эту морозилку, чтобы покончить с обелисками. Ничего твоя неодержимость нам Элли не поможет спасти. Понятно тебе, блин, нафиг, а? У меня хоть есть ради чего убиваться, а у тебя? Нет. Давай подключим этот лифт. Если повезет, они все будут ждать нас за воротами. О, господи. Маски классно одевают. О, роботы, гардероб. Роботы. Здесь есть гардероб. Вот два робота. Зашибись.
здесь выстрелить в него гранатой. Ты сам себя, блин, убил. Так, отлично. Ага, сколько робот ты собрал? Не туда зашел. Санитар. Какой еще санитар, блин? А, достижение. Все, хватит. Ничего больше не надо. Ой, мне там показалось, или там тень того монстра была? Кат-сцены. О-о-о. Ух ты ж, ё-мо. Опять вот это... я так и думал. Так, фиготина вылезла. Ой, о, я... В ловушке. Давай, забирайся. Ой, ой. Смотафака. Ё-моё. Блин. О, щит. О, камон! Долго перезаряжаешь эту гран... Ай! Гадкая свинья. Свинья. Безобразная паучища, блин. Гранаты что-то против него бессильны. Не, гранаты не надо. Стреляй в желтые штуки. Патроны не трать, только в желтые штуки. Так, красный как и стрелять, я понял. Ай. О, what the fuck, мадафака, какой-то босс, походу, это. Жаль, что не финальный босс. В смысле жаль? О, оторвала. В смысле жаль, что не финальный? Тогда игра уже закончится. Да блин, где фигня желтая? Ау. Да пере... У меня кончились патроны. Блин, меня тоже убили. А, нет, меня не убили. Тебя убили. Но патроны-то у меня кончились. Что-то он нападал только на меня. Ты откатывайся, откатывайся. Да-да-да, сейчас. Да блин, что-то я стреляю в эти штуки, ему пофигу, по-моему, вообще. А, у него отрываются постепенно эти хрени. О, ой. Ему больно. Да, но сдаваться-то он не собирается. Он свалить собрался. Куда он ведет? Ну, в ловушку какую-нибудь наверняка. Пошли, я вижу проход над воротами. Может, это я сказал? Это я сказал. Да? Ну ладно. Тебе что, уже игра надоела, что ли? Не, просто пока не пройду... Некоторые люди не разрешают мне проходить. Ой, другие. Ой, успокойся. Задолбали. Совсем. Вот куда идти? В лифт? А, это не лифт, или в ту дверь. Айзек, о. Связь появилась. Oh, so good to hear your voice. How did you make it? The ship. We thought you were dead. I followed your trail of flares. Are you guys all right? Yes, for the most part. I can't believe you're both alive. Аптечки еще пока есть. Central command. We'll get there as fast as we can. Ну, открывайся, дверь дурацкая, блин. Опа. Материал для оружия есть.
напарник забанил вам лестницу. Отлично. Импульсное что-то там. Винтовка появилась. Найден артефакт. Какой еще артефакт? Да, как интересно все это читать. Это интересно читать так. Нам сейчас не до этого, мне кажется. Надо придумать, как вылезти из этой фигни. Нам надо придумать, как нам найти главный центр, где запрятан Элли, где механизм и обелиски. Опять этот звук. Думаешь, монстр вернулся? Я не знаю. Надеюсь, что нет. Какие двери классные. Да, надо по два раза нажимать, по-моему. О, тут сохраняется, походу, прогресс наш. О, наконец-то мы нашли хоть кого-то. И этот гад тут. В синей шубе. Yeah, maybe we should give you two some time alone, huh? What the hell does that mean? Пошёл ты нахрен. If someone is in the past, you're awfully glad to see him. Он надоел уже, критик тупой. Я его точно застрелю, точно. Stop, just stop. We need to shut down that damn machine, and we don't even know where it is yet. I do. I mean, I think I know how to find it. Well, I've been digging through what's left of the research notes, and I thought all that stuff was destroyed. Well, computer data, yes. But the written logs discuss a signal tracking experiment that pinpointed the machine's exact location. Well, I think if we repeat it, we can do the same. But it's at the other end of the complex. Yeah, fine, let's have a look. I could use a change of scenery. Вот тварь, а. Широкий. Нет. He's a real asshole, you know that? Это действительно правда, да. Чувствую, он нас предаст потом как-нибудь. А я да не чувствую, так и будет. Глава 10. Ого, мы уже большую часть почти прошли. Да, половину-то точно уже прошли. Hey, wait for Isaac. Isaac, we're just outside. Yeah, and we're freezing. Hurry your ass up. Давай, подходи быстрее. Ну чё, ребята, пошлите. Тут нас ничего не разлучит. Ох, блин. Чё это было? О, это люди Даника. Помнишь его, который взорвал обелиск в начале игры? Который я сказал, освободил, что выглядит как король. Да. Я помню, да. Это его люди. Неужто наконец-то в людей придется стрелять? Может, им в головы стрелять надо? Им в головы, видать, надо нужно стрелять. А? Им в головы стрелять надо, наверное. Ну конечно. А это все-таки люди. Ну у них сзади тоже датчик здоровья. О! Ну вот считай, уже игра напряжена, немножко идет. Патроны заканчиваются. Робота, посмотри, тут робот работает. У тебя да. Звук просто. Вроде бы работает. Сейчас проверим. Нет, чтоб такая, что белая штучка. Работает, да. Не, дальше подходи. Видишь, куда есть, да. Да, вот это пускай. Отлично. Так, это что у нас?
для объектов, раз. Копов. Да, патронов у меня уже кот наплакал. Телегипер невозможно. Элли, ты сможешь добраться до склада? Вообще офигенно, блин. Переговариваются. Походу сейчас опять. Что там летит? Это враги. О. Опять эти психи. Что-то гранатомет не сильно-то помог. О, тихо, стой, не надо, пусть их сожрут монстры. Сейчас монстры их сожрут. Убиваются-то они легче, чем монстры, только стреляют. Вдобавок, оу, мада. Мада факеры. Да блин, все хватит. Давай, подходи сюда уже. Ты его решил с собой забрать? В смысле? Нет, не решил. Станок есть. Можно, наверное, патронов наделать. Мне они очень нужны сейчас. Тут какая-то магнитная волна лежит. Мне очень нужны патроны. Так, я какую-то тяжелую, он стандартную... патронов вообще много. Станину нашел. Пилорез. О, я могу пилорез создать, представляешь? Горелку и... Как думаешь, сделать его? Да, сделай, конечно. Пилорез. Или на огнемет подкопить. Я не знаю, твое решение. Да я на огнемет подкоплю. Оставься ты. Аптечек много. Ой, это что за звук был? Тебя там что, монстры завели? Нет. Нет. А как ты туда попал? Я я убрал и забаррикадировался. Я убрал ящики, прошел и обратно ящики поставил. Чтоб ты не зашел, чтоб ты удивился. Пока чтоб ты реально задался вопросом, как я сюда попал. Опять эти психи. О, тут и не только психи, тут и монстры тоже есть. Подожди, пусть они друг друга поубивают. Не трогай, не вмешивайся. Эй, вы твари, блин. А, блин, я убил его, он мог загасить. Чувачка, стрелка. Так, где ты? А, вот.
Да блин, не надо за мной ходить. Монстр. Труп, точнее, пошел за мной. Блин, я сейчас обратно забегу быстро. Давай быстрее. Я там робот. Робот пришел. Давай побыстрее. А, может и мой тоже, кстати? Я там без тебя не могу тут пройти. Блин. Сейчас иду, иду. Блин, тут долго как идти, а. Иду, 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 иду. Давай, иди. У меня один робот пришел, другой придет через 2 минуты. Хотя бы одного заберу. Просто там звук был, что робота можно оставить. Да ё-моё, а как оно так закрылось-то? Это я. Когда ты успеваешь, что делать? Пока ты не видишь. Я их сейчас вообще выкину. Как за... И не успел, чувак, не успел. А, все, поехали. Как она закрылась, блин, серьезно? Что такое? Как она закрылась? Тихо. Что за бред, бля? Ты что кричишь? Кошмар какой. Ой, ладно. Где проход-то здесь? Да вообще обратно. Туда идти. Обратно. Зачем обратно? Чё нам? Потому что я просто робота оставлю. Эй, не вставай! Да, прохождение у нас более эмоциональное получается вдвоем, чем одному, конечно. Блин, жалко, что если тут прострелить, ничего отсюда не вытечет и не взорвется. Ой, ладно. Аптечка, аптечка, аптечка нужна? А, хотя это не аптечка была. Куда мы? Ой! Ух ты ж! Ах ты, скотина такая. Тихо, тихо, меня... Дверь... Я, что ли, дверь обратно закрыл? Открыл. В обратную сторону. Не вставать. Блин, их мертвые тела выглядят так офигенно. У них рожа вся просто нечеловеческая становится. Или может они сами превращаются в этих... Я ж тебя скидывал видео, как они превращаются. Уродов. Я ж тебе скидывал видео. А, да. Блин, опять они. Ой, гранату обратно. Да блин. Граната. Граната. Сейчас, сейчас. Я ее обратно откидываю. Ой, еще одна. Блин, перезаряжается долго гранат. Ой, помоги мне. Я добил его. Тот, который завалил тебя. Давай, беги сюда. Скорее. Где ты? Кто вас там режет? О нет, только не они. О нет, опять эти психи. Они вселяют. Они вселяются вместо головы. Это. Ну у них головы-то без шлема.
Нет, он не, он еще жив, зараза. Да блин, он... Да как подожди, еще... не... Не стреляй! Не стреляй! Сзади! А! Тварь опять это вылезла. Не стреляй, не стреляй в него, не стреляй. А чё так? Не стреляй, не стреляй. Ты хочешь свое оружие, блин, проверить? Подожди, я хочу посмотреть, что будет. Смотри уже быстрее. Смотри, он застрял. Давай уже убьем его, наконец. Не, просто в первой части они могли на тебя прыгнуть. Блин, патроны кончились. Оторвать. О, твою мать. Какого дьявола? А, так, патроны надо срочно, патроны искать. О, нет, 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 нет. И беги сюда быстрее. Ё-моё. Я стреляю в него, давай, держись. А, опять патроны закончились. Ты почему? Ты видишь, что тут? Сейчас, секунду. Ты смотри. Ух, ё-моё. Что за скелет? Это мертвец. Ё-моё, как тут высоко. Мертвое тело. Не, он живой. Ду, живой? Но, блин, тут заперто. Но он заморожен. Здесь закрыто. Мы с ним еще посражаемся. Опять эти психи. А, помоги, я ранен. О, господи. Скорее, скорее, я сейчас умру. Беги, беги быстрее. О, наконец-то. Спасибо. Как-то он неожиданно сейчас появился. Включить. Давай запускать. Снова это мини-игра. Ну. А, тут нельзя двигаться. Можно. Блин, да, если тут на... по определенному маршруту надо двигаться, я понял. Д и В. Наконец-то. Открыто. Ой, ё-моё. Тут есть станок. Вот сейчас подзарядись патронами. Да, сейчас. Сейчас будет мясо. Так, все, больше патронов создать не могу. Сколько у меня их? Не очень-то много, но надеюсь, этого хватит. Куда ты жмешь-то? О, господи, это вообще что такое, блин? Что за зубы? Какой-то аппарат. Короче, его надо будет замораживать и стрелять в лампочки. А, он поворачивается туда или сюда? Справа открывай. Справа. А. Справа. Да, да стреляй ты в него, блин.
Ну чё, ты не работаешь? Удерживай. Еще монстры. Это зомбейские люди этого мадапакера. Лампочки стреляют. А, оп. Блин, только бы к Буру не подойти близко. Меня окружили. Какие жуткие твари. Отойди от нее. Ой. А, по 5 монстры. Когда они закончатся, а? Да, блин. Ай, я думал, это ты, а это... монстр тоже. У меня патроны скоро закончатся. Да эта фраза была, блин, уже. А это перезапуск постоянно будет, что ли? Так как его выключить, а? Ломай ее, лампочку. Разбивай лампочки. Сейчас, ой, погоди, тут монстр. Она боком ходит. Ой, я все. Наконец-то. А она сейчас на голову никому не упадет? Нет, она застряла. Да. Да, как будто сам Бур говорит. Это же были твои слова. Okay, Ellie. Давай, иди уже сюда. Is everything okay? Oh yeah. Between this planet trying to kill us, your boyfriend hating me, this has been a wonderful trip so far. Robert's not usually like this. I don't know why. Just let us fight it out, okay? One of us will win eventually. Did you find the experiment? Yes. And? You'll just have to see it. Oh good. Ooh. Странная планета. Ладно, на этом мы, наверное, закончим, да, эту серию. С вас лайкосы, подписосы, с нас эпичные видосы. Дизлайков, пожалуйста, не лепите, не накручивайте, как это было недавно. А я всегда говорю, ставьте лайки, дизлайки, что вам угодно. Вот то, что сегодня произошло, вот днем, это ненормально было вообще. Ладно, в общем. Подписывайтесь на канал Лёхи, на мой запасной канал, на мой основной канал. Подписывайтесь. Всем пока. Прощайся, да, давай. Всем пока. В смысле?